Этот российский бренд декоративной косметики – результат коллаборации химиков и мастеров макияжа. Премьеры этого сезона презентовала в Челябинске топ-визажист Валерия Филиппова. Я всегда честно говорю о продуктах, и когда я пробую, вижу результат, и насколько, опять-таки повторюсь, с любовью это сделано от упаковочки, от этикеточки, от всего остального, и настолько подходит не только визажистам-профессионалам, но и обывателям. Этот бренд эксклюзивен, во-первых, с гордостью то, что он русский, второе то, что он создается и производится именно в России, в Подмосковье, в своей лаборатории, создается сумасшедшими, талантливыми людьми, которые именно создают очень правильные ингредиенты. Среди участников мастер-класса только профессионалы, те, кто тестирует продукты задолго до появления их в магазинах. Сегодня представляются продукты, которые до этого в магазинах нельзя было приобрести, и я их еще не видела в работе. Много нового для себя открыла, какие-то продукты, с которыми я раньше не пользовалась, да, и какие-то бренды, которые, ну, казались бы такие, скажем так, не слишком престижные, да, но мы на них посмотрели, может быть, с другой стороны. Продукты, которые сочетают в себе очень хорошие уходовые качества, и в то же время в работе визажиста просто незаменим. Российский рынок бьюти-индустрии в последнее время представляет нам по-настоящему качественные продукты, которые составляют достойную конкуренцию знаменитым косметическим брендам с мировой историей.